И всем привет, ребят, с вами Страйк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на повестке дня обзор нового спецрежима. Записываю я этот видос крайне рано, пока у нас нету никаких проблем с как раз таки игрой, нету никаких DDoS-атак, потому что вчера я потерял свои заветные конфеты, как и многие другие. И это, конечно, максимально грустно и печально. Поэтому сегодня решил записать этот видос пораньше, пока у нас есть возможность поиграть, есть возможность протестировать новый режим. Очень сильно надеюсь на то, что сегодня не будет никаких проблем в дальнейшем. Но почему-то у меня уже даже в гараже картинка каких-то скинов выглядит нечетко. Не знаю, с чем это связано. Надеюсь, что в бою все будет хорошо. Давайте оденем резист в виде рикошета, грома и молота. Сегодня у нас появилась как раз-таки одна из самых интересных демок с легендарной картой Плато. Надеюсь, что именно на нее я сегодня попаду, потому что хотелось бы реализовать, попробовать именно комбинацию викинга-грома с вакуумными снарядами. Посмотреть вообще, что за демка, насколько часто там падают голды, насколько часто падают конфеты. И насколько там вообще реально нормально зафармить кристаллы. Если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно поддержите данный видос лайком. Ну и поддержите видос лайком, если вы хотите, чтобы наконец-таки закончилась вся эта безумная DDoS-атака в нашей игре. И чтобы мы наконец-таки уже смогли полноценно и комфортно поиграть в нашу игру. Я хочу запикаться именно на Плато, не на какую-то другую карту, потому что считаю, что как раз-таки голдоловы на хопперах там будут присутствовать в большом количестве, плюс это маленькая удобная карта, где можно будет очень хорошо и качественно реализовать вакуумные снаряды, поэтому если что, я вдруг немножечко сейчас чуть-чуть поперепикиваю. Даже, наверное, лучше поставлю видос на паузу. И как только запикаюсь на платошку, мы вместе с вами продолжим. Спустя 10 перепиков я так и не попал на нашу замечательную карту Плато. И решил для себя, что попробуем катать все-таки не на платошке, а скатать на обычной дефолтной хэллоуинской карте. При том, что эта хэллоуинская карта была создана в году так 2000, наверное, 18-м, если я не ошибаюсь. И на тот момент времени как раз-таки это была карта, на которой я поймал заветный контейнер с призом XT, если я не ошибаюсь. Поэтому попробуем сыграть на этой карте, посмотрим, насколько много вообще здесь голдов будет выпадать. И насколько хорошо мне удастся реализовать свою замечательную комбинацию. При том, что здесь танков побольше явно, чем на Плато. Попробуем все это дело очень хорошо реализовать. Надеюсь, получится. И зафармить здесь тоже кристаллов как можно больше. Ну и по званкам здесь мне тоже немножечко подфартило. Кинуло меня к званиям вниз. Хотя, наверное, сейчас у нас просто не такой большой онлайн в игре, поэтому есть такая возможность. Очень большое количество овердрайвов падает на этой карте, что, конечно же, очень и очень хорошо. За счет большого выпадения дроповых овердрайвов есть возможность реализации своих оверов. Только вот единственная проблема, это главное, чтобы противника не было в упоре. Потому что если в упоре будет вот так вот противник, то, к сожалению, реализовать свою оверку будет практически невозможно. Поэтому стараемся сейчас поймать дистанцию и уже вжимать овердрайв. Ну и также контролить овердрайв на центре. Плюс ждем, когда у нас будет падать конфетка. Пока что ни одной конфеты я не увидел. И меня это немножечко настораживает. Опачки, контейнер падает. Давайте попробуем вжаться. Ой-ой-ой. Давайте пробуем вжаться на контейнер. Отлично. И еще. Ах, ё-моё, в себя дал! Епти, ну это дефолт. Это чисто дефолтикс залетел. Блин, обидно.
Обидно немножечко, но в принципе мне там... Опа, конфета падает, а вот конфеточка мне нужна, если честно. Конфетка очень сильно мне нужна. Летим за конфетой. Летим за конфетой. Летим, нет, нет, нет. Ай-яй-яй-яй-яй, конфеточку такую сочную можно было сейчас поймать. Я, конечно, брал вооружение не для ловли голдов, явно. Да, потому что хотел как раз-таки поиграть на киллы и посмотреть, что будет у меня с киллами здесь, в этом режиме. Но пока что я себя уже дважды уничтожил в тех самых моментах, где можно было нормально на реализацию сыграть. Поэтому сейчас нужно постараться не допускать таких ошибок и уже пытаться делать килочечки. Так, пока что у нас, в принципе, по карте, карта идеально подходит для грома с вакуумными снарядами. Я думаю, что это как раз-таки вооружение в этом режиме в плане набития киллов будет очень и очень актуально. Так, с нами тут в чате здороваются, давайте мы тоже поздороваемся. Единственная проблема — это только в дедосе, да, то есть будет ли дедос. Если дедоса не будет, то это будет одна из лучших ивентовых тем за последнее время, потому что обычные дефолтные голды — это всегда очень-очень приятно. Плюс здесь падает большое количество дроповых овердрайвен. И за счет как раз-таки дроповых овердрайвен есть возможность очень неплохой реализации в плане набития киллов. Плюс и за счет того, что здесь падают голды, большое количество игроков будет сконцентрировано как раз-таки на ловле этих голдов. А если игроки ловят голды, то у вас есть как раз-таки отличная возможность понабивать большое количество киллов. Поэтому для меня лично эта ДМ-ка выглядит очень и очень интересно. Другой вопрос, смогу ли я на ней поиграть и насколько долго я смогу на ней поиграть. Пока у нас не будет никаких определенных проблемочек. Так что пока что работаем. Стараемся бить киллы. И надеюсь, что у нас получится здесь реализовать хотя бы какую-нибудь соточку. Я думаю, что это было бы уже очень и очень неплохо. Тридцатка киллов у нас уже есть. Если бы я еще два раза не сумничтожился, было бы вообще максимально круто. Так, тычки хорошие залетают по противничку. Твинс с подавлением накидывает по мне урон. Нифига себе, очень плотно накидывает. Падал у нас еще и голд прямо сейчас на карте, поэтому здесь надо делать акцент как раз-таки на дроповые овердрайвы. Так, и главное, конечно, это себя не слить. Главное, это себя не слить. Потому что себя здесь очень легко можно уничтожить. Так, ну и то, что здесь игроки сконцентрированы на этих золотых ящиках, это очень хорошо. Можно такой мини, знаете, спаси голдик устраивать, когда игроки концентрируются на голде, ты просто... Ой, конфета летит! Ты просто начинаешь накидывать. Боже, сколько конфет падает в этом режиме. Так, пробуем сразу с респа вжимать овердрайв. Блин, шар полетел. Ну, ё-моё, ну какой шар? Ну зачем этот шар был опускать? Ай-яй-яй-яй-яй. Как же можно было сейчас жестко забрать эту конфетулечку. Ай, трупы! Ай, трупы почти еще засейвили. Еще на немножечко эту замечательную конфеточку. Было бы, конечно, бомбически. Но что касаемо ДМ-ки, блин, какая она сочная. Она просто идеально подходит для грома с вакуумкой. Здесь можно, если контролить овердрайвы дроповые, мне кажется, очень много набивать. Прям очень много. Вот именно с этим вооружением. Не с каким-то другим, а вот именно с этим. Здесь прям, мне кажется, это божественная тема. Просто божественная. Божественное вооружение. Но я думаю, что здесь и на паладине какими-то определенными комбинами можно нормально накидывать урончик. Вопрос лишь только в том, насколько сильно будет и много резистов от вас. Да, то есть резисты здесь тоже очень многое решают. В моем случае, например, сейчас особо я здесь резистов от себя не вижу. Соответственно, у меня возможность реализации здесь получше своего вооружения имеется. Но, как вы видите, я особо сильно не контролирую как раз-таки дроповые овердрайвы, которые по итогу здесь решают супер много, да. Здесь бы, если бы я бы контролил бы эти оверки, то
была бы отличная возможность хорошей дополнительной накидочки. Но пока что у меня как раз таки такой возможности, к сожалению, особо сильно нету. Потому что я, ну такой, знаете, нубик, нубик. Маленький нубик. Так, овердрайв падает. Вот, давайте попробуем сыграть под него. Попробуем сыграть под него. Так, пробуем еще накидать здесь дэмэджа. Ой-ой-ой-ой-ой. Хороший тайминг. Под овердрайвину. Так, твинс там какой-то накидочку демонстрирует. Мне еще овердрайв ксия сейвит. Ксия, если сможешь, тоже здорово. Здорово. Так. 5 киллов. 6,5 минут до конца. Попробуем сейчас еще парочку тулить килочков. Здесь. Плюс добавка сюда. Отлично. Так, плюс можно попытаться что-то накидать вот здесь вот по нижнему молодому. Отлично. Практически все танки становятся ваншотами, если грамотно накидывать урон от стеночек. Поэтому это очень и очень неплохо, что такая возможность имеется. Так, ну и падает у нас голд. Смотрим, что там дропает. Леденцов, конечно, очень много падает. Это не может не радовать. Особенно тех, кто заинтересован в их ловле. И кто хочет поймать их как можно больше, дабы как раз таки зафармить. Бля, можно было овердрайв нажать. Овер не нажал. Надо было жать даже. Надо было жать овердрайв. Ну ладно. Давайте попробуем подсейвить под конфету. Может быть, конфета сейчас дропнет. Прямо. 53 килла. Попробуем, давайте, на сотку выйти. Я очень сильно хотел бы ее поднять. И тогда уже попробуем. Попробуем. Может быть, даже поймать какую-то замечательную конфетулечку. Так, пробуем. Это с плышом хотел дать. Блин, не успел забрать типочка. Хотел с плышом накидать именно по этому танку. Но, к сожалению, плышом не залетело у меня. 65 киллов и 5 минут до конца. 35 киллов надо набить за 5-минутку. В принципе, это реально. Главное, чуть-чуть больше постараться пофокусить противника и половить тайминги. Блин, вот это то, что мне, конечно, расходку сбивает. Устройствами всякими. Это, конечно, не очень хорошо. Так, ну и в упор лезет тоже неплохо. О, вернее, плохо. Так, овердрайв падает на центре. Попробуем этот овердрайв законтролить. Контролейшн овердрайва делаем. Блин, ну идеально, идеально. Просто идеально. Для викинга идеальный режим. Просто идеальный. Здесь падает столько дроповых овердрайвен, что можно и на овере тушить жестко, да, то есть если, например, хопперы ловят голды, то вы можете любого хоппера здесь спокойнейшим образом втулить на голде за счет овердрайва, либо просто обычного выстрела с плэшом, да, либо же вы можете просто раздать овердрайв, когда падает дроповая оверка, забрать дроповую оверку и еще с этой оверки накидать хорошее количество киллов. То есть вот, например, сейчас падает дроповая оверка, пробуем сейчас как раз таки эту реализацию показать. Ай, блин. Не знаю, получится. Да, наверное, должно. И вот так вот вы просто вжимаете овер, чтобы забрать еще один овер. Да, сливаете за счет этого какое-то количество противников. Потом вжимаете еще один овер. Опять тулите по противнику. И вот так вот просто разыгрываете свои овердрайвы. Это идеальная просто ДМ-ка. Идеальная ДМ-очка. Мне очень сильно нравится то, что как раз-таки есть такая возможность, и даже несмотря на какие звания здесь, да, то есть здесь я думаю, что от званий особо сильно много ничего не меняется. А вот то, что ты можешь столько киллов дать в прожатие, ну это просто сказка. Это просто сказочка. Это, конечно, очень и очень жестко. 80 киллов у нас, 3 минуты до конца. Попробуем на соточку все-таки выйти. Не знаю, правда, сколько здесь овердрайвен этих падает дроповых, но по ощущениям здесь падает где-то порядка, наверное, 5, может быть, даже больше овердрайвен. А, да, так и есть. 5 овердрайвен падает. Вообще шикарно. 5 оверов на центре. Но это очень много. Для викинга это прям очень много. Для контроля идеально подходит.
Глебыч бы сказал, что он просто включит 5 таймеров на контроль овердрайвов дроповых, но мы, конечно, не такие жесткие, как Глебыч, поэтому мы просто смотрим на то, как овердрайвы падают, и пытаемся от них отыгрывать. Вот сейчас, например, дроповая оверка начинает лететь. Попробуем сейчас ее законтролить. Да, вот эти вот половины, которые вжимаются и забирают еще насквозь у меня овердрайв, это, конечно, не очень хорошо. Но благо у нас есть иммунка от пробития, поэтому мне они особо сильно не страшны. Но овердрайв нужно всегда стараться контролировать, чтобы была возможность большей и грамотной реализации этого всего дела. Так, ну и у нас 90 киллов. На сотку я по ощущениям уже не иду, хотя стараться еще все можно, им нужно даже, я бы сказал. Поэтому пробуем. 9 киллов мне надо за минуту дать. Ну и было бы шикарно, если бы я овердрайв дроповый собрал. Там как раз дроповая овердрайвина падает. Пробуем сейчас поехать под нее. Личный урон залетает. Нет, овердрайв не контролится, к сожалению. К сожалению, не контролится. Так, ну и меня сливает. 50 секунд до конца. 50 секунд до конца. Надо 7 киллов. 7 киллов. В теории реально. Если хороший дэмэдж от земли давать, то можно пробовать. Можно пробовать. Отлично. Еще. Добавкин. 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 И добавкин. Ой-ой-ой, шар полетел грязный в меня. 99, 25 секунд. Есть контактик. Есть контактик на соточку. Еще сейчас будет овердрайв у меня. Делаем плюс килл. Появляется овердрайв. Так, и падает оверка на центрике. Так, кто-то играет под нее. Отлично, забираем его. Сразу продливантус делаем овердрайва. Потому что нету никакого смысла его сейвить. Ну и забираем первое место. Идеально крутая ДМ-ка. Честно, я вам скажу, очень-очень жесткая. Здесь можно поднимать безумно большое количество кристаллов. Можно поднимать большое количество опыта. Можно сверху ловить еще голды. Ну и я считаю, что вот в таких режимах Викинга Гром с вакуумными снарядами может давать лютейшую грязь на голдах, может респить безумно большое количество противников. Я более чем уверен, что на платошке бы это вооружение бы зашло бы еще лучше, потому что там есть определенные кемп-позиции, под которые можно играть и выживать на них, да. И противник там не будет особо сильно сконцентрирован на вас, он будет пытаться ловить голды, потому что частота выпадения голдов большая. И у вас будет возможность как раз-таки стоять на позиции и накидывать безумно большое количество урона, делать большое количество киллов. Не знаю, что там, конечно, по дропам овердрайвам, потому что здесь, мне кажется, дроповые овердрайвы тоже очень и очень многое решают. Но в общем и целом, очень крутая ДМ-ка. И проблема лишь одна. Будет ли работать наша игра? Будет ли возможность в нее поиграть? И насколько долго я сейчас еще смогу покатать. Поэтому я постараюсь быстро сейчас, после окончания видоса, еще выполнить заданки на бездонате. Потому что вчера у меня не было такой возможности. Я потерял на двух аккаунтах заветные сладости в виде конфеточек, да? Но, возможно, сегодня у нас все будет хорошо. Не будет никаких видосов, не будет лагов. Поэтому поддерживайте обязательно данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунтиках мой личный тег — это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.